Здоровый работник – счастливый работник. Такого негласного девиза придерживаются создатели проекта «Здоровое предприятие», который входит в национальный проект здравоохранения. Об охране здоровья на промышленных площадках региона поговорили на первой региональной конференции для муниципальных образований «Здоровые города, районы и поселки». Главная сейчас цель и задача – это помочь профилактическим мерам в оздоровлении, в охране здоровья тех, кто работает на производствах, на предприятиях. Программа начала реализовываться 3 года назад. За это время к ней присоединилось 540 предприятий. Сотрудники могут пройти ежегодное бесплатное обследование и оздоравливающие процедуры в областном центре профпатологии. Тем более, что само учреждение отремонтировано и соответствует всем современным требованиям оказания медицинских услуг. Ну, для здоровья наших работников, я думаю, что это очень важно, чтобы оздоровились, и как бы здоровый человек – это счастливый человек. На конференции, которая прошла на базе Старомаинского лесничества, обсудили внедрение корпоративных программ по охране здоровья. В планах создать в каждом районе области межведомственные координационные советы. Очень важно, чтобы туда, безусловно, входили медицинские работники, которые могут давать советы, направлять, рекомендации давать, да. И, безусловно, туда должны входить и работники администрации, и представители физической культуры и спорта, и культуры, и образования. Потому что все вопросы профилактики, все вопросы предупреждения заболеваний, они, конечно, наши общие. По поручению губернатора к 2021 году в Ульяновской области на базе областного центра профпатологии будет создан региональный центр общественного здоровья, на ремонт и оснащение которого уже в 2019 году выделено более 10 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Ульправда ТВ.